Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данные на экране, то мы, значит, уже финалем Sleeping Dogs. К сожалению, это уже последний стрим. Если так можно вот выразиться. Вот. И мы заканчиваем эту хорошую, клевую игрушку, но... как говорится, все хорошее что-то рано или поздно заканчивается. Вот я, кстати, сделал прикольную майку с Portal. Что-то у нас соседи ругаются, но не буду вмешиваться в проблемы других соседей, потому что все мы люди разные и... Так. Так что... Присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, сами садитесь, не забывайте про кофеёчек, чаёчек, а я не могу найти автомат. Ладно, всем приятного просмотра, с вами Казуку Фэмили, погнали. Я вижу почему-то только кофейный столик, по-моему. И должна у нас быть предпоследняя миссия. Но у нас еще будет... Дополнение мы тоже попробуем пройти. Так. Что тут у нас? А, и ковылять не особо далековато, да? Так. Можно было бы, конечно, скутерок взять бы. Почему бы и нет? Здрасте, братан. Так. Мама джамба. Посмотрим, что будет за миссия. Мужики, не ссорьтесь. Так. По-моему, эта штука приносит этот... Как его? Силу. Ну да, драконий удар. Отлично. Да. Вроде у нас все в порядке. Погнали. Переулок? Серьезно? Какой? А, в этот? Мужик, отвали. Так. Джеки. Джеки. Fuck. Oh fuck. Oh my god. Джеки. Fuck. Джеки! Motherfucker! Hello, Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen. My name is Mr. Tong. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Uh,
Son of a bitch, I'll kill you. Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cup I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun on Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun on Yi. Call me when he comes around. There's no rush. Да, трешачок начался. I gotta take a piece. I'm gonna check on our boy. Офигеть. Да. Окровавили нас, конечно, жестко. Так. Жестко. Так. Икс. Умоемся. Икс. Ага. Everybody!
Нравятся вам ублюдки? Там, блядь. Ну, хлобысь. Так. Давай, маэстро. Да бля, ну. О. Да блядь. Я хочу в лифт кого-то кинуть. Иди сюда. Народ. Бери. Вот. Да. Покедова. А тут в тупиках все было, да? Сюда, сюда. Кыс, 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 давай. Сюда, сюда иди. Давай, давай. Давай. Ух ты, сука.
Да, блядь! На! Да сучара, ты заебал! Сдох наконец-то, тварь. Давайте сюда, молокососа. Ну. Давай. Давай. Сюда иди. О, Father Messi! Вот и все. Такс. Эй, guys up there! Everything under control? Сюзама, не успокойся! Так, подожди-ка, а пистолет мы взяли, нет? Подожди-ка. Так, одного мы завалили. Так. Ага. Блин. Вроде и пестики у них есть. О. Автомат это будет покруче. Конечно. Чё? Что это такое? Подожди. А, понятно. Сто двадцать это максимум, да? Бывает. Хрена себе, вы после такого выжили, серьезно? Как можно, сука, после взрыва выжить?
Ага. Хрен тебе. Ну. Пока. Приятно было познакомиться, мужик. Так. Пока. Ты выжил, серьезно? Вот дерьмо. Понабрал лишних патронов. Ха-ха. Так. Что это за здание? Какие-то бассейны. Короче, пока ничего не понятно, что это. Так. Суки. Охерели совсем? Блять, Б забываю нажимать. Да нахуй пошел! Да бля. Да блять, ну в смысле, ёбаные толстяки! Тут заебал ёбаный контратакер, блять! Да ты заебал! Нахуй пошел! Да нихуя ты живучий, блядь! Когда ты сдохнешь, мразь?
Ебануться, блядь. Да ебать, какие контратаки против этого хуесоса, блядь! Пиздец, блядь. I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Now. Where were we? I see you've cut your way through the amateurs. Now amateur hour is over. Now you die. Your determination is impressive. Fuck you. You live. You'll never win. You hear me? You'll never win, Wei. Fuck you! You can't win! Kill me, and they will simply wipe you out! Fuck you! Your determination is impressive. Fuck you! You'll never win! You hear me? You'll never win, Wei! Fuck you! You can't win! Kill me, and Lee will simply wipe you out! Да, блядь. Fuck you. Your determination is impressive. Так как ты меня за трахал-то уже? Fuck you. Да, бля. You'll never win. You hear me? You'll never win, Wei. Fuck you. You can't win. Kill me, and Lee will simply wipe you out. Да ёб твою же мать! Fuck you. Your determination is impressive. Да, блядь.
Fuck you! You'll never win! Yeah. Get me? You'll never win, Wei! Вам-то что надо, блядь? Anyone other than me, the chairman, would be disastrous for Sun Ongyi. You are an officer of the law, Wei, same as me. Wei, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring Han into this. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion, used to be more common. I'm here for Miss Lily. I take it you've heard of Big Smile, Ali. That's what worries me, Wei. You're one of them. Wait, you cross Pendrum. He's just cut you off. Anything happens to me, you look after our people, okay? Man, who's Big Smile Ali, man? This guy's fucking grabbed me at the fucking funeral. Toss me off to ATK, man. You show your true colors tonight, brother. Oh, God! I'm sorry, please! No! You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. No matter what happens, Zaki, I won't leave you behind. I'll always come back for you. You're my best friend, man. That means more than a boss, you know? Your friend Jackie didn't think so. He was... Понятно. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jiu Mei. You can't win! Kill me, and Lee will simply wipe you out. Ага, ну сюда, значит. Воу. Don't
Ага, во. Немножко пропустили вариант. Комплекс. All right, who's first? Oh, shit, that's right. I'm not scared of you. Don't you go. Погнали. Whoa. Серьезно? Так, моя любимая мачете. You picked the wrong side, asshole. И где он? Блин. Вот же дерьмо. Блин. Yeah.
черт. Ресторан. У этого козла еще ресторан, блять. А, ну понятно. Нифига себе ресторанчик, мать твою. Да бля. Ты, блядь, кто? Куда ты там зашел? Time to die, Lee. Fuck you! Серьезно? Офигеть. Ёбок.
Офигеть. Your boss sold you out. And you fucked your way almost as bad as you fucked Jackie. You were supposed to die with Winston. Dog Eyes blew that. And that poke guy Tong. Fucking worthless run down. But that's okay. Because I am gonna enjoy killing you myself. Fuck you. Hoi Toa! Да, в смысле? Блядь, а чё жать-то нахуй? Здоровья! Да в смысле? Да в смысле, а как жать, блядь? Да в смысле, блядь, как его победить? Я не пойму нихуя. Easy there, Wei. This man is in my custody. Here, sir. You okay? Yeah. Where's Pendrew? He's up for promotion. Interpol.
He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Wei. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendrew's. You did what you came here to do, right? Let's get you cleaned up. Что за письмо? Джей? The fuck? И что там? What the hell? Superintendent Pendrew, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Oh, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrew? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make. At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know... what I am. Jesus Christ. Pendrew, I've got you, you son of a bitch. Да, ублюдок тот Пендрю. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you let them get to you. You abandoned your duty, officer, and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrew, I guess everyone gets what he deserves, including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence! I know. Wei, you can't! I won't last a day in there! That's the plan. Inspector. Officer? I just wanted to say thanks. For what? It's me who should be... For helping me close cases. Do something I can feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So, what are you gonna do now? I don't know. Job's over, but I don't really have anywhere else to go. It's strange to say it after all that's happened, but... Hong Kong kind of feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me, one way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, Anjay. Drive.
Не до конца, конечно, нам все объяснили, что как, чему и почему. Но то, что теперь главный герой в полиции. Так. Ну, в принципе, игру сделали неплохо, концовку. Тут даже музыки никакой в титрах, походу, нету. Так. Ну, значит, остается дополнение, и все. С этой игрой мы практически закончили. Так что, в принципе, неплохие две миссии, конечно, но, точнее, даже вроде как одна. Вроде как одна миссия. Офигеть, какие титры большие. Так. Ну. Что-нибудь покажут? Нет. Аудио. Офигеть, сколько титров. Да, вот специальное спасибо. После них, по-моему, уже должно это... титры закончатся. Я надеюсь, конечно. Так. Варвеникс погнали, продюсеры. Офигеть. Так. Локализация. Поляки. Русская локализация. Но. Ты чё так много-то? Офигеть, какие здоровые титры. Каких еще больших титров? Билл Юнг Ли. Рики. Тиффани. Это ж сколько тут музыки, там же треков вообще охереть просто. Простой костюм детектива.
Золотой калибр. Прям как этот золотой пистолет Макс Пейна. Блин, я вроде этот костюм не выбирал. А чё? Костюм я выбрать не могу, чё за хрень? Офигеть. Так. Угу. Кстати, на карте я вот там не был, по-моему. Я даже не знаю, что там. Странно реально, что там. Что, реально и пройтись можно, что ли? Интересно. Что? Набережная. Так, сколько мы там по времени уже наиграли? Час всего лишь. Ну, еще можем поиграть. Так, подожди. Не возникайте, а? Ну. Вот и тачка. Так. Вот черт. А, вот и лодка, кстати. Почему нет? Так, стоп. Это что, прям прямо, что ли, тут? Я не могу отметить в натуре. А, вот он. Нифига себе. А что ж это за локация? Да. Большая, однако. И что тут делать? Стоп, не здесь проход. Какие-то недостроенные здания. Храм какой-то. Натуре? Стоп, подожди.
телефонах ничего, только в отчетах там что-то осталось, да? Не пойму, а где там может быть проход? Там что ли? Опа-на. Что-то это больше на херню всякую напоминает. Так, ну здесь тупики. Блин. Вот же фигня. Так. Фигня. Верните нас куда-нибудь. Чего ты? А я думал, тут погулять можно. Такая скукота. Такая подстава. И никакого даже скрытого прохода в натуре. Так, а если вокруг? Сейчас посмотрим, может быть вокруг что-то есть. Опа, стоп. Так куда ж ты прям туда выныриваешь? Лестница? Мне не показалось. Да нафиг. Серьезно, я лестницу нашел. Офигеть. Так, а что это за местечко? Что? Чё, в натуре храм какой-то в стиле принца... у этого... в стиле Лары Крофт? Или нет? Вау! Опа, она. Это что такое? Чё это за сбор? Чего-то там... А-а-а. Ну это походу какой-то разрушенный этот. Чё?
Нифига себе. Рамы тут полуразрушенные. Что внутри-то? Нифига себе, какой он здоровый. Ну это выход, походу. Так. Ого. Всё. Так, но это нам ничего не дает. По факту. Ладно, остается вниз глянуть, что тут. Как говорится, бонусом, да? Что тут? Мне такое чувство, что это собирать надо было. Что это как будто дополнение какое-то должно было быть. Вот эти конусы нафиг. Чего? А, это мы обошли. Ёпарасоте. Прикольно. Ладно, посмотрим, что внизу. Реально. Какое-то наподобие выхода, только с другой стороны. Остров невезения. В океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Так. Ну, по крайней мере, было интересно, любопытно, что тут. Было прикольно. Убедиться, что за храм. Ну, пасаран. Так. Выйдем тогда с другой стороны. Если, конечно, получится. Оу. Чё так такую деревяшку не припомню. Чтобы была. Ну ладно. Я хоть правильно забрался, или там про... Там что, продолжение банкета, что ли? Или что? Что это за... Или это пещера? Подожди. Или... Стоп! Чё? Это что было? Да ладно. Это что такое? Что это за бонг? Чё? А что тут? Невидимая стена? В натуре? Да ладно. Нифига мы местечки понаходили.
Прикол. Ладненько. Ох, красота какая. Красивая. Так. Это же где у нас тогда может быть выход? А. Походу где-то там. Раз уже по речке идем. Так, стоп. По-моему, так. И... где выход? В смысле? Да ладно, опять что-то с этими камнями. А как отсюда тогда выйти? А, стоп, подожди. Через мост. В смысле? Вот это прикол. Да. Ну, дождя я не хочу. Так, что там у нас по статистике уже? Задание выполнено 30 из 30. Поручение тоже выполнено, одолжение сделано тоже. 36 из 36, да? Ладно. Так. Ну что, народ, попробуем посмотреть. Фу. Так. Кошмар в Норт-Пойнте посмотреть. Нифига себе. Музычка сразу такая, хлоп. Так. Ну посмотрим, за весь стрим успеем или нет все дополнение. Вот как. Sea, terror of the Far East, tormented in the underworld for thousands of years, feeding on nothing but their hatred, their bitterness, planning their revenge. When the gates of hell open, the Gyeongsi come forth, an undead army at their beck, and all of Hong Kong at their mercy. That was the worst movie of all time. Who makes up this stuff? Hey, Wei. Niece,
Don't make fun of the Guernsey. Night like this, they might be on their way. Uncle Salty has a thing for the supernatural. Don't Uncle Salty me. This is Hong Kong. Magic crawls through this town like maggots on month-old roadkill. Uncle. Well, you see any walking corpses, you give me a call. Yeah, give him a call, asshole. What the hell? The gates of hell are open. And the Sun on Yi will pay for what they've done. Stop! Hey, stop! Don't let him get away! I'll try to head him off! Ха, вот прикол. I heard you were fast! Come on, Shen! You can do better than that! Get all you got, you son of ye shit! Да блин. Keep coming, you rat. You think you can chase me down? You're a joke, Shen. Persistent, aren't you? You don't know what's coming. I've had decades to plan. Decades! Wait, get me out of this thing! Get me out of this thing! This is just the start. I've waited 30 years for this. Let me down, dammit! Let me down! No demon's taking me down. Hurry up, boy, hurry up! Leave him, Jerkos! I'm not gonna help the demon fight! Whatever you are, you're gonna die! You can't hurt me! You're not getting me, that rotten, dog meat corpses! Smoothie. I don't even feel that! Bastards! Too late! Don't finish beating a dead body! It's gonna finish on salty crap! You got it! Come on, Wayne! This ain't no crap trap! That's my turn! Да ёпара сэте. Smiley cat. Keep trying, you punk. You don't deserve to call yourself Sun on Yi. Да ёпара сэте, ну быстрей. You're a joke, Shen. You still here? Give it up, Shen. Ayah!
Let's see if a dead guy can take a punch. Nice costume. Smiley can't set to win. I'll take orders from that clown. You better. Up here or down there, I wouldn't cross. Да. И чё? А ёпэ. Have you seen others? There's a big one. They call him Smiley something. He was giving them instructions. Did he have a girl with him? Yes, he went that way. My friend got me this new portable music player. It's so small, I need to... Так. Anything, okay? This is crazy! Help! Persistent, are you? Well, give it up! Whatever you think you are, you're no match for me. We'll see about that. Don't make me laugh. Kill him. Execute him. Rip him apart. Do you know who I am? Some clown named Smiley Cat. Now give me back the girl. Nobody calls me that and lives. My name is Big Scar. Oh, you punk. You piece of shit. The son of ye made me a hungry ghost. Now, you are going to pay! Dust! Let her go! I don't think so, Wei Shen. I heard you were stupid, but I didn't realize how much the boys were downplaying it. Don't mind us. We have somewhere to be. But you keep going. You're probably used to playing with yourself by now. Fuck! Hello? Come to the Golden Car right away. Okay, okay. Стоп. Я опять, наверное, не туда пошел, да? Where is everyone? Да. Hi, Wei. Vincent? I thought you were dead. I am dead. And it's a drag, let me tell you. I've been craving noodles for I don't know how long. By the way, I think you've got a problem out back. What the hell is going on? I don't know. One minute I'm down there, the next I'm up here. So I thought, what the hell? Might as well grab some soup. You guys could leave an offering for a brother now and then, you know? Check out back.
Прикол. Guy is tough as hell. Dead people are like that. He's supernatural, Wei. Gong si ma hai zhen hai ya. Now you're gonna need Chinese magic to beat him. Go see Hou Fa Wu. He's got the best magic tea in the city. Oh, are you shitting me? You just try to punch out an undead creature, huh? And you think I'm kidding? Teasing. Аптекаря. What the hell? I'm a ghost. I can pretty much show up anywhere. You know what's going on? Sure. Smiley Cat is trying to take over. He's been talking about it down there since I got killed. Okay, who the fuck is Smiley Cat? I think he used to be in the Sun on Yi. From what I can tell, Uncle Po had him whacked. Seems like he was out of control even when he was alive. Last I heard of it, he was going to enslave the 18K somehow, then use them to take over our territory. Son of a bitch. Прикол. You need some magic? I got 2-for-1 sale today. Changxi are overrunning the city. No kidding. I'm Hao Fat Lao, not Blind Lao. You want to defeat them, you're going to need my special tea. I need 3 ingredients. Ghost pepper, the egg of an albino hen, and antifreeze. The good stuff, not that crap they sell on the mainland. Be careful, Wei. The 18K are looking for this stuff too. I hear they're trying to make the tea themselves. Ну окей. Погнали. Did you hear how Smiley Cat got his nickname? Isn't it a cat food? Yeah. When he was alive, his street name was Big Scar Wu. Ponytail and a couple of the other guys killed him on Uncle Po's orders. They hit him with a car.
then knifed him 42 times. They chopped up the body and put it through the grinder at the Smiley Cat processing plant. So Big Skull Wu ended up feeding house pets all over town. Ponytail didn't even put him into the high protein mix. So a lot of the cats just barfed him up afterwards. One of the enforcers who killed him got off the week later, and when he arrived down there, he told the story. So now everyone calls Wu Smiley Cat. That could be worse. They could have ground him up into fertilizer. Uh-huh. Так, нам сюда, что ли? Надеюсь, что да. Так. Hey, leave my pepper alone. I needed to fight Chang Xi. Oh. Так. Так, валим дальше. В смысле такси. Стоп, мы даже не... такси. You seen that pork bun guy around? Такс. Жесткий взрыв. Конечно. I need the egg of an albino head, right away. You wanna fight Chang Xi? Okay, tell you what. See those kids? Punks keep tagging my storefront. Teach them a lesson, and the egg is yours. What do you want? Fuck off! You want trouble? Good work. Here's your egg. Make sure your brewmaster knows what he's doing. It can be dangerous if he doesn't treat it right. Damn it, Vincent. You gotta stop appearing like that. Sorry, Wei. You scared the shit out of me. I said I was sorry. It's hard being dead, man. People didn't like me much when I was alive. But this is so much worse. Nobody lighting candles for me. Nobody making offerings. I never used to take that shit seriously. Turns out, it matters, man. It really matters. All right. I'm sorry, okay? Yeah, it's not your fault. Hell, you're the first live person I've talked to who didn't run away screaming. Yeah, well, I'm in a car. Nowhere for me to go, is it? Yeah, that's right. You're always a smart one, Wei. I'm gonna use this one from now on. Cars. Places people got nowhere to run. That's great, man. That's not really what I meant. No. It's great. It's great. Забавно. Такс. Почти приехали, да?
What's 18K doing here? Get them! We need that stuff! Come on, boys! The future of the 18K is at stake! Да вы дохнете, нет? Мне просто реально интересно. Отлично. Так. О, все, теперь можно к этому вернуться. О, тесак. Так. Так, аптекарь. О. Excellent. I'll get the egg into the goat dung right away. And I have the moldy rat's blood waiting for the pepper. Give me a second to get the antifreeze ready. You trying to poison me? Idiot. Most Chinese magic based on antifreeze. Trust me, this will work. Jiangxi will be at your mercy. If you think maybe you're going blind, see a doctor. But only after defeating Jiangxi. Неплохо. Hey, wait, you got any noodles? I could really go for some noodles. Так. Сейчас посмотрим, как это все будет работать. You get the tea? I got it. You sure to work. How can you even mask that? Whole fight is the best in the business. Yeah, well, if I go blind, I'm blaming you. Жирный хуй, это как прям жирный хуй. Ну ладно. Так. Kill worse things than you. Да блять. Блять.
Че, все что ли? Армия веселого кота. Гениально. Так. Пум-пу-пу-пу-пу. Китайское волшебство. Понятно. Чё? Это ж побочки. Это что такое? Аллея Ягуай. Захваченный гражданский. Ох ты, блин, капец. Все это, конечно, интересно. Да бля! Офигеть, сколько их тут. Стоп, а где у меня хата? Так, хата разве не тут? Стопэ. Давай. Чего? Так, ты что это за хрень, я не пойму, аллея? В смысле, что с этой аллеей делать? Ничего не пойму. Yeah.
Да блин. Серьезно, и все? Только это и дают? Охренеть. Вот же дерьмо. Такс. И двое каких-то неосвобожденных, да? Ладно. Попробуем тогда выполнить. Раз есть такая возможность. Так. Бонусов, правда, никаких не будет, но... Так, сосите гражданских, окей. Так. Да блин. Отъебись. Мари, ты не бойся. Так. Да бля, отвали, блядь. В смысле, пались? Да бля. Говорю, вынеси. Окей. Ну. Так. И вот еще, да? Погнали, чё? Раз есть такая возможность. Ну, дополнение такое себе. Не скажу, что прям офигенное, но поиграть можно, это точно. О, прямо. Ну, почти. Так. Хлобысь. Опа. Ну чё, ребятки? Побежали пятки. Опа. Так. Все. Больше ничего, никак. Угу. Совсем не пар. Так, армия веселого кота. Погнали, чё. Такс. Посмотрим, что дальше будет. Да блин. Куда там болит-то? Да бляха-муха. For me to return.
together, we will crush the Sanonyi and take over the city. All of Hong Kong will fear the name Big Scar Wu. Big Scar Wu, damn it! Big Scar Wu! Да ёбарасы ты! Бей же ты его! Бей! Бей, Вейв, я в тебя верю, бей! Блять! Ублюдок! Didn't want to leave you to fight them alone. Yeah, you drive. I got bad hands. Go ahead. Damn, sorry I doubted you, Salty. This demon really means business. Yeah, he's got a real hard-on for the Sanonyi, that's for sure. What's his story? The way I hear it, they chopped up the body and fed it into the grinder over the Smiling Cat Food Plant. Meow. You give a guy anything less than a proper burial, he's most likely coming back as a ghost. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. Huh. So, what's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe that's why he's so pissed off. One thing you ought to know, best way to fight the undead is with a peachwood sword. You got one? Nope. But the 18 K might. They were gearing up before Smiley Cat got to him. Keep an eye out for him. Poor bastards. I hear they were looking for every... Wow. Да, блядь, на что за херня? Не пойму, а? This demon really means business. Yeah, he's got a real hard-on for the Sanonyi, that's for sure. What's his story? The way I hear it, they chopped up the body and fed it into the grinder over the Smiling Cat Food Plant. Meow. You give a guy anything less than a proper burial, he's most likely coming back as a ghost. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. Huh. So, what's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe that's why he's so pissed off. One thing you ought to know, best way to fight the undead is with a peachwood sword. You got one? Nope. But the 18K might. They were gearing up before Smiley Cat got to him. So keep an eye out for him. Poor bastards. I hear they were looking for every supernatural weapon they could find. Looks like they didn't have your tea, though. I hate to think what it'd be like fighting those things with no tea. Да ёпарасэце. Блять. Да в смысле, блять, я почти его догнал. Какого хера? Как на такой хуйне его догнать, я не пойму, блять. Ебануться, блять. Пиздец он прёт. Блять, на такой говняной тачке, блять, попробуй выполни, блять. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. So, what's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe that's why he's so pissed off. One thing you ought to know,
best way to fight the undead is with a Peachwood sword. You got one? Nope. But the 18K might. They were gearing up before Smiley Cat got to them. So keep an eye out for them. Poor bastards. I hear they were looking for every supernatural weapon they could find. Да ёбаный в рот, сколько можно? Yeah, he's got a real hard on for the Sun on you. That's for sure. What's his story? The way I hear it, they chopped up the body and fed it into the grinder over the Smiling Cat food plant. Meow. You give a guy anything less than a proper burial, he's most likely coming back as a ghost. You turn him into cat food, that's pretty much guaranteed. Huh. So, what's with the nickname? I guess once he got down there, they changed his name. Maybe that's why he's so pissed off. One thing you ought to know, best way to fight the undead is with a Peachwood sword. You got one? Nope. But the 18K might. They were gearing up before Smiley Cat got to him. So keep an eye out for him. Poor bastards. I hear they were looking for every supernatural weapon they could find. Looks like they didn't have your tea, though. I hate to think what it'd be like fighting those things with no tea. What? Yeah. You've been driving long. Uh-huh. Ah, shit. There they are. You coming? Take them out, Wade. Go! I could have done it better myself. Watch for that guy! When I was young, I would have killed these guys! Go for the weak side! I'm right behind you, kid! Rob saw him those fools! Yeah! Come on! Куда? Да, блядь! Да, блядь! Отъебись от меня. I have killed you and eaten you even when I was alive. Да. Окей. Бляха, муха, отъебись! Блядь. Блядь. Да. Блядь.
Да бля. Than her, you shit. Nobody messes with Big Scar Wu and gets away with it. Never heard of him. Smiley Cat. Hell is full of Sun-On Yi. Who better to destroy a triad than its own members? But then, you knew that already, didn't you, Officer Shen? Понятненько. Снова алтарики у нас. Мистикс 2. Так. Бля, нет, нам тачку бы взять. Стоп. Там же вроде тупик, разве нет? Не тупик. Не тупик. По-моему, выход не здесь совсем. Да. Что ли? Ага. Погнали, чё? Ну чё, ребятки? Да бляха-муха, отъебись же ты от меня, сука! Да отъебись! Блядь, отъебись, говорю!
Отлично. Разборка в Манхэттене — это хорошо. Так. Так, а по пути у нас... Ага, два алтаря. А, целых даже три. Улица Джинчи. Это улица херачит, да? Походу, что да. Угу. Вот они, черти. Сука. Так. Да, блядь. Блядь! Да блядь, ёб твою мать, да что ж ты так? В смысле, а куда меч дел? Там, бласт, где? О! Так. Погнали освобождать остальные территории, раз они захвачены, чтоб потом уже спокойно это миссии выполнять, как говорится, да? Так, надо быстрее, а то время уходит на увеличение урона. Чё орать там, блин? Как сумасшедшие. Блять, но там да...
Да твою же мать. Да... да ебать, ты заебала! Заебала, говорю, блядь. Нахуй иди, блядь. Да, блядь. Да, блядь, ну что у меня со стиком, блядь, происходит? Да, блядь, отъебись! Да, блядь. Да, отъебись, говорю, блядь. Да ёпарасоте. Вот эти, блядь, комбо делать, ну такое себе, не скажу, что прям это возбуждает, блядь. Вообще пиздец. Не скажу, что это прям пиздатое дополнение. На один раз, блядь. Сюда пиздуйте. Да, блядь. Да, блядь, у меня эта сила закончилась, сука. Да... где ты, эти кубашлёбы? Давай. Стоп. Да, блядь. Слушай. Пизды дай ей. Давай. На. Отлично. Так. Сохраниться надо. Раз это какая-то парковка была. Или не парковка, что это было вообще? Хрен его знает. А, или статистика тут нет. Статистики, по-моему, тут нету. Так. Что получается у нас? Избавиться от какой-то крысы и месть X2. Ладно, давайте эту миссию попробуем выполнить. Так. Думал, короткое дополнение. Хрен там. Нифига оно не короткое. Съебитесь. Окрестности.
Окей. Those guys are pretty pissed at you, eh? I had to hear it day and night. They won't rest until they wreck everything you built. Серьезно? Да. Но... Ага. Джонни! Сука. Да, блядь. Да, блядь. Always a coward, Johnny. Death hasn't changed that. You come back for me, or did they just get sick of you in hell? The hell? That's my attack. Starting to see my power, aren't you? Keep trying, son of a fuck. This ain't over, you crap. Whole army of demons that want a piece of you! Come on, Johnny. Let's you and me fight. Stop it. Ну давай, а блядь. Ну. Все. Always a pleasure to kill you, rat face. Опять демоны появились, серьезно. Пиздец. Сколько демонов это может быть этих, а? А, ну один еще можно. Я думал их больше. Так. Как раз, по-моему, по пути, да? Машина-то садись-то, а? По-моему, где-то здесь, что ли. Ну.
Закрывай этот ебучий портал. Да... Да, блядь, да что такое? Наконец-то. Теперь можно... Но... Да, блядь. Так. Фу-фу-фу-фу. Так, но эти районы типа не нужны, типа, да? Is around way. He's even more obnoxious than he was before. Ну, окей, давай. Wei Shen, double crossing piece of shit. Now you die. Kill this cock trash. I'll haunt every one of you bastards. Да, блядь. Да, блядь, уёбок. Нахер пошёл. А, бля, подожди. Да, блядь! Крыса! Ебаная, блядь! Ненавижу тут этих уродов. Да, бля. Да, блядь, нахуй пошел. Блядь. Да, блядь. Опять эти порталы закрывать. Такая скукота, что просто обосраться. Да, блядь. Да, блядь, да что ж ты будешь делать? Ну что, блядь, ломать прям на этом моменте момент, а? Не хочу. Ну, наконец-то. Нахер, иди.
На. Но. Confirm with me, Shen. I'm gonna roast out your eyes, you fuck. This is gonna be fun. Come on, boys. I've dreamed of watching you die since they laid me in the ground. Hope you bought a coffin, you copies of shit. You can't touch me, Shen. What are you gonna do now? How many times you want? Keep trying, idiot. Ow! Not so easy to kill a dead man, is it? Раз. Да, блядь. Да заебись. Давай, иди сюда, блядь. Кем бы ты ни был. Чё, серьезно? В смысле поджарьте? А как я его поджарю? Look at that shit burns. Burn up here, burn down there. Призраки прошлого. Хо. Интересно, интересно. Так, стоп, а как-то выйти-то отсюда? Да. Ага, наша тачка здесь, да? Еще один... Одного освобождать, серьезно? И кого же? А, по пути? Не знаю, нафига это вообще нужно? Мотивации от этого вообще никакой нет. Какой-то там чувак, туда-сюда. Где оно? По пути. Где? Ага. Ну давайте, засранцы. Да... Отъебись! Ну, доставать палку собираешься? Палку-копалку, ну. Призраки прошлого, мать твою. Так. Сколько там по времени уже? Ага, это получается... сейчас... 120... Там или где-то 108... Ладно, посмотрим, что это за миссия. Если нет, может тогда на другой раз кусочек оставим. Ну, посмотрим. Конечно, в лучшем случае было бы уже допройти дополнение на вторую запись, но... Блин, я даже не знаю, сколько еще там миссий осталось в этом, блин, дополнении.
короткое оно или нет. Ёпарасита. More of this shit? Ponytail took the club, man. Вышибала, не пойму. А 9 в зону, я не пойму, нафига мы вообще сюда пошли? Какой-то пиздец. Вот в натуре. Блять! А иди в баню, а, попаться, мужик. Ну. Давай, иди сюда, сука. What are you gonna do? Kill me? No. I'm gonna cut you up and feed you to the fish. You'll be stuck here, Ponytail. Just another powerless, hungry ghost. You shit, Shen. Or you tell me how to beat Smiley Cat. Then I'll send you back to where you belong. Even in death, you break balls. Burn him. Burn the body. What body? You ground him up for cat food. Most of him. Uncle Po had me save Wu's pinky finger to guarantee he'd get no rest in the afterlife. Where is it now? It's in a red vase at the temple in North Point, where we used to swear in new members. Burn it, and you'll be able to send him back. I'll see you in hell, Wei Shen! Понятно. Так, у нас один только портал.
Походу, что да. Сейчас я подойду, ребят. Текс. Ну что, ребят, возвращаемся к игре. Текс. Погнали. Так, где у нас тут? Ага, понятно. Да. Японобок. Грёбаные порталы. Да блядь! Съебись! Сколько его нахер закрывать? Объясните мне, пожалуйста. Да, луста! Сколько его, блядь, закрывать? Вопрос. Наконец-то, блядь. Полабысь. Ну. Так. Е-бой. Так. По-моему, больше ничего я не вижу. Из порталов. Погнали, ебать. Наверное, скоро уже финал. Я не думаю, что есть смысл видео делать, блядь, короче. Давай, блядь. Да, блядь. Да ёбаный в рот. Да. Да. Подбери же ты эту залупню. Да. Да. Да блять, залупню-то надо было поднять. Ты долбоёб, Вэйшэнь.
сколько там этих порталов? Блять! Закрывать сколько порталов, Вэйшэнь? Давай, давай, давай. Ну. Давай. Ну. Your sister waits for you in hell, Weishen. Come with me. Say hello. Блять. Ты, блядь, что, в каждого будешь, мудак, вселяться? Да, блядь. Да, блядь. Больно. А теперь моя очередь. Он... Да, блядь. Да, ну. Ну да, блядь, давай. Блядь. Давай. Да, блядь, я в курсе, у меня мана закончилась. Это, блядь, сбор маны, это такое себе, я скажу. Блять, ну да... Добивай. Блять. Как вы бесите, не? Этих, блядь, порталов закрывать, ёбаный в рот. Да, блядь! Я уже заебался эти порталы. Блядь! Порталы закрывать, говорю, заебался, прикинь. Да... Ты мне, блядь, меч не дала взять, сука дрянная. Да, блядь, да ты заебала, дрянь тупая. Я вас всех сейчас отпишу. Блядь. Сколько-то раз в духа будешь это вселяться, блядь. Блядь, как это меня заебло, а? И как мне его валить, блядь? Кого, блядь?
ебать скучная последняя миссия. Да ну. Ебать. Да бля. Бля. Да блять. Куда ты его тащишь? Да блядь! Ну! Да блядь! Съебись! Тот, блядь, оглушен был! Да, блядь, камера! Показывает, блядь! Серьезно? Да блять, я же нажимал кнопку, какого хуя? Все, что ли? You all right? Is he gone? Not quite. No. Back to hell. SUV last is Smiley Cat. No! Enjoy it, old friend. Shall we finish that date? Oh, yes. Серьезно, это было типа это? Все дополнение? Такое короткое? Тут, в принципе, ничего нету. Чтобы что-то проходить.
Победите веселого кота. Без кота и жизнь не та, да? Понятненько. Так, ну еще раз для пущей убедительности. Сохранимся. Не, вроде ничего нету, одни ПП, домик, так далее. Если только посмотреть, что там у нас в домике, в принципе, и все. Так. Надеюсь, он недалеко, этот домик. Да. Чё? Подожди-ка. Чё-то я плохо, блядь, развернулся. Да. Это что? Денежный алтарь. Ца. Ага. Денежные алтари. Понятно. Так. Ага. Что у нас тут за прикидоны? Киллер. Мне прям кольца Шанчи напоминают вот это изображение. Так. И все. А ну-ка, подожди, а шляпа есть? Дженши. Серьезно, она так убого выглядит. Капец. Ну такое себе, не скажу, что прям крутое. Еще какую-то денежную хрень искать. Да. В принципе, такое себе. На любителя шапочка. Вот. Так, ладно, перейдем тогда на основной сюжет. Этого Sleeping Dogs'а. Тут вообще походу ничего нету, только ППП, дом. Тут вообще нечего выполнять, только эти искать. И все. Сейчас к основному сюжету вернемся. Так. Веселый кот.
Так. Ага, вот основной сюжет. Угу. Кошмар в Нортпойнте мы уже прошли. Такс. Ну да. Получается как-то так. Так. Тут тоже нечего выполнять. Бойцовские клубы. Я костюмы за них получил. Вот где-то это дополнение. Они повторяются. Высокая скорость. Вот это все. Угу. Триадское шоссе. Так, что там? Ну да. Получается, мы сыграли столько. Так. Можно, в принципе, выходить на улицу. Текс. О, светло. Это хорошо. Так. Текс. Еще раз сохранимся для пущей убедительности. Ну что, ребят, мы, в принципе, прошли Sleeping Dogs, прошли дополнение. В принципе, я от игры остался в восторге. Если есть GTA, то это гонконгская GTA. И здесь есть то, чего нету в той же GTA-шке. Ну, то есть тут, конечно, нету там всяких развлекалово типа кинотеатров и все такое, да. Но что-то в этой игре есть другое, что манит, там всякий паркур, там перестрелки, шуточки, гонковский стиль, там в стиле вот этого всего прикольного китайского, ну да, скорее всего, наверное, китайского, вот. Так что, в принципе, а, ну вот, как раз отлично время. Так что, в принципе, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про канал, про колокольчик. А мы уже увидимся в следующих играх, дружочек. Мы стараемся, проходим, показываем, прикалываемся, обсуждаем. Так что, в принципе, я советую вам поиграть в Sleeping Dogs, если сами в нее захотите поиграть. Вот. А всем до новых встреч. Всем всего хорошего. С вами был Kazuko Family, ребятки. И всем пока-пока. We'll be right back.